Всем привет, друзья! С вами Ворчун и Галактики. Всем привет! Вот, мы все-таки с Тохой посовещались и решили все-таки попробовать залить сегодняшних боссов. Ради этого случая я даже переоделся в мага, заточился, все на демок, вот, то есть вот мне все заточено на демок, оделся все-таки в тряпочного мага, и мы решили сегодня магически попробовать просто забить всех и пережить все волны. И внизу еще вот разлили лавы, чтобы больше было, больше демок было. Если вообще эти все волны можно пережить, если 15-я волна хоть когда-нибудь закончится. Да, очень на это надеемся. У меня еще, кстати, на фарме из этих выпал меч тыквенный, но я про него в конце убийства расскажу, покажу, как он работает. Сейчас будет, может, во время убийства попробую спрыгнуть и показать, ну, как работает. Итак, у нас началось все, то есть мы тут... Тебе не резонно им пользоваться, потому что ты меньше хилиться будешь, пока ты будешь на меч переключаться, ну, потом, после... Ну, да, в принципе, да. Так, дождики и... Поехали. А ты вызвал? Да вроде да. Не вызвал. Черт, а куда ж? У меня пропала тыква. Тоха, у тебя нет с собой? Есть одна. Юзни, пожалуйста. О. Что-то какое-то косяк. Реально пропало и ничего не произошло. Мы еще навыбивали костюмчиков хэллоуинских всяких разных. Да, я в костюме крипера, если вы не заметили, из Майнкрафта. А у меня отличный робот, я не знаю, я тащусь, мне так понравился этот робот. Я теперь все время буду в этом костюме ходить. Как-то мы так слакнули с этим вызовом. Ну, на пару секунд у нас меньше будет ночь длиться. Ну ничего, я думаю, мы справимся. Я тоже думаю. Смотри, дождик даже пока и как-то не пригодился. Третья волна пошла. Я, кстати, тоже немного пофармил стенку плоти, выбил из нее еще этих медалек, которые увеличивают урон. У меня один чистый на мага и еще один, получается, собранный из трех амулетов. Как они называются? Медальоны. То есть весь упор на демок у нас идет, и плюс шмотки все переточены тоже на урон, чтобы еще больше хилиться, чтобы еще больше наносить урон. То есть маговский сет сейчас самый-самый... На боссах. На мобах, кстати, на фарме очень тяжело в маге. Бывает, вообще ни разу не чувствовал ничего. Не знаю, я пробовал, мне вообще не втащило. Меня. Бывает, некоторые мобы грызут больше, чем я выхилюсь на нем. Странно. Я просто никого к себе не подпускаю с помощью вот этой сферки. А, нормально. Да. У меня пока еще просто нету там... Арсенала хорошего. Не-не-не, я имею в виду вот эта сфера, которой ты стреляешь. Да? Да, отлично, я вот на фарме, ну, не на фарме, а вообще в повседневной жизни только ей пользуюсь. А вот эта, короче, штука этим посохом огненным, только вот на боссах. Потому что он пролетает часто мимо мобов. А сфера сама дымажит, сама мобов находит. Вполне отлично. Плюс ставлю сейчас себе, постоянно стараюсь ставить эту гидру. Тоже дополнительный урон идет неплохой. Во, у нас прилетел. Пришел. Наш босс. О, хорошо, как раз. Смотри, как мы четко поставили стеночку. Да, согласен. На нужном уровне. И не вижу, куда я стреляю своей мегапалкой. Я же говорю, ты во время боя ты мышку не увидишь, целится как-то. О, вот, смотри, как он умер быстро. Восьмая волна. Еще даже середины ночи нету. Прикольно. Мы будем надеяться, что нам повезет или нет. Так, я пока перебафаю фишки. А я, наверное, магический демок перебафаю, да. О, кстати, а я даже не бафнулся вначале. Тут ты сказал, бафаемся, а я посмотрел, что никого нет, и думаю, что бафаться, раз никого нет, и забыл. Ага, вот так вот. Ну, сейчас еще все круче будет. На всякий случай выпили мы оба зелья обсидиановой кожи, если вдруг вниз упадем. Да. Лава по-прежнему наносит довольно много урона. Кстати, блин, хотел собрать себе ботинки, которые позволяют ходить по лаве. Так и не собрал. У меня нет ботинок с хождением по воде.
У меня тоже нету. Я пользуюсь зельями, мне пока с головой хватает. О, так, как ни странно, у меня мана заканчивается. Тебя не бьют, значит. У меня не регенится, так понял, из-за этого. У меня нет. У меня регенится, да. Но я, когда в соло играл, я справлялся. Что-то я сейчас не так делаю. Наверное, часто пуском стреляю. Не даю ему реализоваться полностью. Так, что у нас там с волнами? Перекастовать все. 11-я волна пошла. Пойдет. Надеюсь, что мы справимся. Да, мне кажется, не заканчивается эти волны. Тут вообще ничего не заканчивается. На 15-й волне будут просто прилетать больше этих тыквенных голов, и все. Они считаются как боссы, так как я понимаю, весь шмот из них в основном падает. Но хочется все-таки посмотреть, чем закончится это. Посмотрим. Как-то, ну как-то же должно все это заканчиваться. Зачем? Заканчивается на утро. Когда все злые духи расходятся, прячутся по своим норам. В этом, конечно, есть логика. Ты не хочешь верить мне, да? Я не хочу верить. Я верю в сказку. Победу добра над злом, да? Да, да, да. Что бабло всегда должно Да, бабло должно победить зло. Перебатываемся. Так, это что, какая волна? Не 12-я, по-моему. Не, была, по-моему, уже 13-я. Или 13-я. О, 14. 14-я, жаль, 13-я была, как раз. Ой, мана как раз восстановилась. Можно теперь жарить спокойно. Я не знаю, там идет мой урон по этим или не идет, вроде. Анимация плохая, конечно, у этого посоха. В смысле анимация плохая? Ну, отлично все. А все-то она, конечно, отлично, но анимация все равно плохая. Последний, finally. Отлично, сейчас как раз еще раз перезапаемся. Уже и солнце вставать скоро будет. Хотя нет, в принципе, мы справились гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Смотри, сколько он повезло. Пошла жара. Нужно больше тыков. Заливаем. Да заливаем, конечно. Ты как сказочно так заливаем. Топ, не забывай. Я перебафался, мне еще 42 секунды. Это не какой-то баф только что спал. А это обсидиановая кожа. Смотри, уже скачивает. Вроде больше не летят, смотри. Да, подожди, вон уже иду. Сейчас и прилетят новые, но только эти вон. Она не заканчивается, просто нет ей конца. Должно быть, нечестно. Вообще ничего не вижу. Так, надо, наверное, перебафать дождик. Да, наверное. Не вижу, есть он там или нету. Вот это да. Вот это счастье. О, да. И новые прилетели. Новые. У меня такое ощущение, как будто у меня же там весь инвентарь закрылся. Да у меня тоже тут что-то все падает и падает. Угу. Мы, наверное, этих не успеем убить. Наверное, этих не успеем. Что? Зопа умерла! Твоя зопа умерла, Лёха! У меня зопа умерла, господа! Вы видите это? Моя зопа умерла. Закончилась мана, буду стрелять тыквами. О, посох этого. Да, птичек. Да. В смысле, ты тоже? Тебе он тоже упал? Да. Или это мы видим, или я вижу путь, который ты подбираешь? Да, наверное, это король. О, все.
Ушли. У меня, короче, видос залагал опять, наверное. Да? Блин. Фух. Ты знаешь, у меня не полный инвентарь, но у меня две штуки есть этих посохов. Да, у меня посох тоже. У меня есть посох летучая мышь. А, он мышами летучими стреляет. А у меня такого нету. А нет, тоже есть. Бат скипетр. Да-да-да. 13 трофеев. Тоха, прыгай вниз, я не все могу собрать. Ага. А, я тоже. Так, меч есть? Хочу меч. О, давай, поотзывай птичек, ворон, и свою гидру. Я пойду покажу, как меч работает. Сейчас, погоди, еще. Погоди. Надо же все собрать, или мы все потом, потом, Тоха. Да как потом? Надо бери сейчас гидру. Все собрать. Вот смотрите, я бью этим мечом, и прилетают, короче, тыковки. Тыковки эти самонаводящиеся. То есть, если получается, я просто бью кого-то из мобов, да, то есть, вот, допустим, вот даст этот, ай, сейчас, нету крылышков. То вот летит тыковка, и она вот бьет остальные, короче, мобов. Урон у нее очень большой, пока я считаю, что этот меч самый сильный на данный момент. Вот, то есть... Учитывая то, что Лёха еще в магических сейчас доспехах, да, магический поэтому урон доспех. Не настолько большой. И чем классный этот меч, тем, что он работает при зажатой кнопке мыши. То есть вам не надо его спамить, вы просто им бьете, и летят эти тыквы, и просто всех самонаводятся и уничтожают. По-моему, меч шикарнейший. И как бы, ну. Мне как раз Фейри даст, этот пиксель даст надо. Да. Я уже не знаю, что с этим всем... делать хлам. Ты все давай. Собрал там, Тох, да? Да, вроде. Больше вроде ничего не было. А пустой инвентарь у тебя был, чтобы проверить? Ну, на полу просто ничего не лежало. Ну, я пойду еще проверю. Ой, моя... Зопа вернулась. Зопа резнулась. Да. Мы все собрали. Еще мешочек тут, кстати. Я мешочек соберу. Вроде все. Ну, по идее... Так, летучие мыши у нас новый скипетр. Кстати, что он делает? О, он стреляет, летучими мышками. Здорово. Урон что-то 70 всего лишь. 81 у меня при моих магических шмотках. А у тебя он зачарованный или желтый? Желтый, обычный, без всяких бафов. А, это я уже поснимал просто себе эти. Да. Ну а так больше ничего нового. Но все равно урон слабенький как-то. Да, вроде все как и было, так и осталось. Некроманские свитки, кстати, свитки, тыквометы и вроде бы все. Да. И так нам все-таки кажется, что ивент никогда не заканчивается, то есть он рассчитан на бесконечность. Просто на фарм. До утра, жестко. Да. На утро. Босс заканчивается утром. Возможно, мы ошибаемся, конечно. Да вряд ли, ты что? Куда тут? Как еще? Ну, в общем, больше, наверное, не будем мы мучить этот Хэллоуин. Ну, я еще помучу, я хочу себе тоже мечик такой. Ну, меч, да, меч того стоит. Ты... Вот это разве что ради меча можно пофармить, потому что все остальные шмотки, по-моему, ну, как-то не очень. Нет, конечно, некроманский этот сет можно сделать обязательно. Вот этот посох, который ворон призывает вместо пигмеев, тоже гораздо круче все же. Да. В принципе, все, больше... Стейк-лаунчер, в принципе, неплохой, им говорят... Червей убивать классно. Ну, опять. Буквально там с пары выстрелов червь умирает от дестройер с хардмода. Ну, тоже. Да. Ситуативный предмет, поэтому... Для червя есть и куча других забавных кушек. Да. Ну, в общем, все, я думаю. На сегодня можно будет заканчивать наш эксперимент. А еще вот я вот выбил только что перед боем вот такое вот мачете. Кровавые мачете. Которая работает как бумеранг, и как так, если его вверх стрелять, то он падает, а только потом возвращается. В общем, забавная штука. И когти! Когти, боевые когти. Ну, я, кстати, хотел пойти кого-то мимо. А вон там зайчик. Зайчик. Блин, зайчик. Попал. Так смотри, какая скорость-то какая. Фредди Крюгер какой-то. Да. Страшно. Блин, хочу костюм Фредди Крюгера. А есть? Ой, выпали. Мои когти. А я не знаю, нет. Но я хочу. Ну да, ребята, мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Да. Это был такой второй дубль хэллоуинского ивента «Тыквенной луны». Да. Спасибо. Все. Увидимся. Да. Пока. Пока.